Наша следующая героиня стала известна благодаря своей схожести с куклой – одесская Барби. Let me guess. She achieved her disproportionate body through eating right and 30 minutes of cardio a day. Ну, я считаю, что она вообще идеальная лучшая. Вам доступна такая девушка. Вы можете купить, надуть ее, и она будет один в один. Я уже разберусь сам. She's new life. Faces completely change shape all the time. Это ведь у вас маски. А вот... Объясните мне, пожалуйста, где же ваше естество? Где вы те, которые... Some call her a living doll, and many question her location and ask why. Приветствую жителей планеты Земля. Я Аматоя. Тапильцин. Покали Ватан. Веракоча. Тара. Навихи. Цель моей жизни – прийти сюда для того, чтобы помочь людям осознать, что нужно переходить со стадии человек-потребитель в стадию человек-полубог. Все есть любовь. Любовь есть Бог. Я — это вы, а вы — это я.